Картина «Поглотение волхов», не путать с одноименным триптихом, хранящаяся в Музее искусств Метрополитен Нью-Йорке США, приписывалась в свое время Перу Босха и упоминалась всегда как пример раннего творчества мастера 1470-1499 года. А оказалась таки работой 14 века. Теперь о ее возрасте говорят так. Где-то между 1468 годом и 1560 годом. Упоминалась в берлинской коллекции Фридриха Липмана в 1903 году. В ноябре 1912 года во время распродажи коллекции последнего была приобретена для музея Метрополитен за 55 тысяч немецких марок. Окончательно подлинность, авторство и возраст работы так точно и не определены. Раньше исследователи полагали, что это ранняя работа Босха, но восстановленная позже. Затем ее стали относить к поздним, 1510-1515 годам, работам Босха. Ныне она пока что считается стилизацией под Босха, примерно 1550 года. Также есть мнение, что это все-таки ранняя работа, но не совсем Босха, а его семейной мастерской. Стилистический анализ показывает значительное сходство с мадридским триптихом «Поглонение волхов». Последние дендрохронологические исследования показали, что работа могла быть сделана уже около 1474 года. Копии картины находятся в Роттердаме и Хертогенбосе. В центре полотна объект поклонения – Мадонна с младенцем. Слева традиционные свидетели сцены – это Иосиф, ослица и вол. Справа вверху – пастухи, парочка которых с любопытством заглядывает в хлев. В окошко слева тоже заглядывает какой-то персонаж, но вроде как не пастух, а некий священнослужитель. Хлев выполнен довольно интересно, по сути он напоминает скорее некий полуразрушенный замок без крыши. Вместо этого три ангела держат над ним кусок чего-то вроде брезента, защищая таким образом святое семейство от непогоды. Трое хорошо всем известных волхвов принесли драгоценные дары младенцу Христу. Где какое понять несложно, основываясь на описаниях Нового Завета. С ними белая собачка дорогой породы. Считают, что это подчеркивает королевский статус визитеров. Такие дорогие псы могли быть только у очень знатных особ. Через проломы в стенах виден пейзаж, маленькие фигурки людей, занятых различными мирскими и суетными делами, и животных, а также далекие силуэты городских построек. Видна некая кавалькада всадников с собаками, возможно, это царь Ирод и его соратники.